Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Сабнафтику. Нам вот что-то пришло по радиоприемнику, хотя последний раз нам вроде бы говорили, что да. Да, что у нас какой-то там экипаж, вот капсула 100 метров упала. В глубину на 100 метров упало. И вот что-то еще пришло. Аврора, это снова солнечный луч. Мы только что обнаружили большое поле обломков в ваших координатах. Я не знал, насколько все плохо. Сколько вас. Я не знал. Мы сейчас на пути к вашему местоположению. Мы заберем вас домой. Солнечный луч, конец связи. Что еще я могу сказать? Единственный раз, когда я сажал такую бандуру на такую мелкую каменюку, был в VR. И тогда я облажался. Ну да, это плохой расклад, но альтернативы не лучше. Ну вот как-то так. Слушали. Но нас не заберут. Они не смогут нас найти. Поэтому не будем расстраиваться лишний раз. Давайте лучше посмотрим, что нам там не хватает для корабля. Да почему ты все время включаешься? Подожди. Как тебя убрать? Так, это перезарядка, хорошо. Как отключить? Вот. Это управление. Так, что нам не хватает вот здесь вот? Кварц. Титан две штуки. Титана, да, две штуки не хватает. Как может не хватать титана две штуки? Подожди. Вот титан две штуки. Кварц, наверное, не хватает. Скорее всего, не хватает кварц. Так, как он там работает? Да, ой. Собрать. Да, только у меня управление с джойстика. Как-то вот мне вот собрать. Ой. Да, вот кварца не хватает, хорошо. Нет, это, конечно, плохо. Так. Давайте искать кварц. Где он у нас может быть? Здесь он может быть? Где-нибудь. Где-нибудь в пещерах. А вот он. Да? Это кварц? Да, кварц, отлично. Так, возвращаемся. Я свернул не туда. Я не туда свернул. Это что такое? Что это за жемчужина? Яйцо существа возьмем. Это странное существо. Круглое существо. А, где моя база? Где теперь моя база? Блин, надо делать маячок, короче. Делать маячок, чтобы спокойно ставить и определять, где моя база. Вот где моя база? Вон там капсула. Потому что каждый раз плавать от капсулы — это не вариант. Вот моя база. Что-то... Смотри, он... Нормально, он рыба питается. Я приручил, да? Класс вообще. Да куда ты зашел? Добро пожаловать на борт, капитан. Это же еще недоделанная штука. Это глюк какой-то вообще был, глюк. Я зашел в недоделанный люк. Класс вообще. Так. Прекрасно. Теперь, что нам надо? Нам надо... Полки. Как можно больше полок. Настенный шкаф. И шкаф. Давайте настенные шкафы делать. Нужен титан. Титана у нас, по-моему, полно. Возможно, даже здесь. Сейчас посмотрим.
Да иди ты в жопу, это моя база. Блин, угораздило меня построить базу рядом с этим придурком. Его, по идее, можно убить. Вроде бы как. Ну, блин. Блин. Так, ну как минимум сейчас один шкаф мы сделаем. Его даже не то, что можно, его нужно будет убить. Так. Шкаф. Ну. Отлично. Давайте где-нибудь вот здесь. Великолепно. Наконец-то. И теперь просто все сюда сбагриваем. Пока вообще без всего. Без понятия, что, где, зачем. Так. Пойдемте еще возьмем. Теперь нам эти ящики не нужны будут. Так. Ну, потому что в них хранится минимум, вон, просто ни о чем. Так, открыть хранилище, изменить название. А как бы мне вот забрать... Ой. Как мне забрать хранилище? Можно как-то его забрать, контейнер? Раньше можно было как-то... Блин, как же оно сдувается-то? Вот-вот-вот сейчас было, что-то было. Так, отлично. Попади, да, называется? Вот, отлично. Так, плюс одно хранилище. Великолепно. Потрясающе просто. Так. Вот это тоже, что это такое? Металлолом. Кислород. Да, конечно, кислород. А-а-а, кислород. Бери ты этот контейнер. Так. И как-то снизу, да? Или сбоку? Наверное, сбоку. Наверное, за ручки надо. Да, смотри, за ручки. Отлично. Так, за ручки взяли. Все, прекрасно. Великолепно. Так, теперь мы можем сюда часть спихнуть. Так. И идем за. За металлом. Я извиняюсь за чихи, за, если что, кашли. Я обычно с утра как бы прокашливаюсь. Прочищаю все горло, но что-то сегодня у меня не идет. Как-то тяжело все это. Прокашливается. Так, ресурсы, титан из металлолома, а то он слишком дофига места занимает. А дальше, что нам надо? Вот здесь что у нас есть? У нас есть еще металлолом. Сейчас мы сразу сделаем еще титана. Прекрасно, это 4 шкафчика. Очень классно. Так, забираем вначале вот этот весь хлам. А потом будем забирать все остальное. Так, потемнело. Вот, с фонариком прекрасно. Так, вот туда. Блин, как же он раздражает. Смотри, один ведь единственный сюда приплыл. И жрет мою рыбу. Так. Угу. Еще один шкафчик. Прекрасно.
Блин, как, какая же классная игра. Что-то как-то он выпирает. Ну ладно, не страшно. Выпирает и выпирает. Так. У меня просто вдоль будет много-много шкафчиков. Пока я что-нибудь еще не придумаю. Так. Я в любом случае потом еще перестрою их все, переставлю. Как мне примерно надо будет. Какой-то низкий шкафчик. Так, теперь у нас проблемы с инвентарем вообще не будет. Мы просто будем все собирать и приносить сюда. И здесь все это просто хранить. Офигенно, да? Да. Вон, смотри, уже просто. Уже все практически освободили. Сейчас мы еще сплаваем за остальными остатками вещей. Так. Как? Угу. Иди сюда, на тебе. Куда ты поплыл? На мой дом? Нападать на мой дом решил? Я тебе дам нападать на мой дом. Дрянь такая. Иди отсюда. Где ты? Все равно, смотри, отплывает недалеко и все равно здесь находится. Иди отсюда. Когда же? Такой живучий. Всё, да? Отлично. Гадина получила. А то ну нет, ну прям вот. А давайте изучим. Просто ну как так можно? Блин, его сбивают другие рыбы. Да чтоб тебе. Че, серьезно что ли? Он еще и отплывает. Отлично. Сталкер. А то прямо около дома плавает. Нет, вот зараза какая. Интересно, почему я не на эту кнопку сделал? Почему у меня на другую кнопку все стоит? Мне неудобно бить левой кнопкой. Это я не знаю. Давайте посмотрим, может в управлении у меня что-то не так. Клавиатура, контроллер. Вот
Левая рука используется. Правая рука. Подожди, а левая рука. А почему нож в левой руке? Так, окей. А... Нет, в правой руке все правильно. Настройки, контроллер. Где там? Вверху был, да? Это РТ, а он мне ее как ЛТ записывает. Понятно. Вот в чем весь прикол. Вот, 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 вот. Другое дело. Так намного лучше. Так, давайте сразу сохранимся на всякий случай. Мало ли. Не, ну если есть возможность сохраняться, почему бы не сохранять? Вот, другое дело. Теперь прямо как надо. Может, конечно, это из-за языка? Управление меняется, но фиг знает. Вот эта вот панель, почему она недоделанная? Я ее ремонтировал. Мне ее все время ремонтировать? Используйте ремонтный инструмент. А, ремонт. Сейчас. А ремонтный инструмент у меня где-то вот он. А, назначить. Блин, а как? Ой, как неудобно. Да. Назначить, назначить. Подожди, а почему ты в центр стоишь? Вот. Окей. Пусть будет так, ладно, вообще пофиг. Я же тебя ремонтировал полностью. Чё-то не так с этой игрой, короче. Чё-то она где-то у меня подглючивает, похоже. Потому что я точно помню, что я ремонтировал. Так, поплыли на нашу базу. Пока это ориентир капсула номер 3. Надеюсь, на меня никто не обидится. Так, что тут? О, он даже этот. Медь мне добыл. Прекрасно. Это что такое? Что это? Прыгун. Эй, на какую кнопку вас ловить? Да, все правильно. Так, мне бы воды бы найти из кого. Хотя я сейчас поем, и из этих и вода наберется сразу. Обезвоживание. Так, да, вот как раз обезвоживание пошло. Так, давайте их всех вначале отпустим. Для этого надо сделать вот так. И обратно ее поставить. Давайте поставим пока где-нибудь. Где-нибудь. А где-нибудь вот здесь ее поставим. Вот, я думаю, так будет лучше. А то там что-то слишком много непонятных существ набралось. Так, иди сюда, обезвоживание мое. Отлично. Так. Вот, сразу нормальная рыба. Да, ой, ты серьезно? Вот это чуть-чуть неудобно сделали. Конечно.
что можно случайно взять его. Так, иди, иди сюда, я тебе сказал. Блин, я даже с гравил-ловушкой не могу нормально рыбу поймать. Что ж такое-то? Вот рыба, вот ее нужно поймать. Вот рыба, тебе тоже надо просто поймать. Иди сюда. Так, хорошо. Теперь можно пойти все это приготовить и съесть. Пока непонятно, как работают быстрые слоты, я что-то не особо понимаю, но мы поправим. Так, 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 так. Ну, к управлению я уже привыкаю. Это хорошо, к третьей серии уже привыкаю. Вот здесь вот тоже, да, видишь, вот я... Вот эта клеточка почему-то пропадает. Песком. Рыба Гэри. Рыба бумеранг. Мне, конечно, наверное, столько не надо рыбы, но ничего страшного. Лишние продукты выбросим. Так, теперь. Вот у нас и вода здесь, и все, вот. Важные показатели стабилизированы. Вот пусть вода набирается. Вот. Так, фильтрованная бутылка плюс 20. Великолепно. Теперь можно вернуться на нашу, опять-таки, базу. Только, наверное, перед этим стоит опять назначить быстрый слот. А, чего мне не хватает? Вот этого не хватает. Сканера. Все, отлично. Вот сейчас отлично все стоит. Так, как надо. Так, подожди. Постой. Вот. Так, здесь нам нечего хранить. Вот сюда. Так, так, так. Свечи. Вот это одну аптечку я с собой буду таскать. Так, дальше. Дальше. Давайте посмотрим, что нам нужно построить дальше. В идеале, наверное, стоит построить строитель. Саму капсулу нашу, чтобы нам туда-сюда не бегать. Наверное, да. Это, наверное, было бы идеально. Так, хлама весь... Ох, как же... Какое же сложное управление. Нет, я понимаю, что лучше его как бы особо не сделать, но... Так, сколько там еще? 70 с чем-то. Так, что нам еще может пригодиться? Почему ты так квадратик мне показываешь через одно место? Вот. Потому что я близко стою, понятно. Так, стекло, титан, серебряная руда. И мы сможем сделать более крутой кислородный баллон, да? Хорошо. Это мы сделали. Противорадиационный костюм. Мне нужно два свинец и сетчатое волокно. Хорошо. Огнетушитель мне не нужен, аптечка не нужна. Компас. Комплект проводов. Медный провод. Посмотрим, поищем. Вот это все не нужно. Так, из инструментов. Ремонтный, фонарик, фонарик. Угу. Лазерный резак, ингредиенты неизвестны, к сожалению. Здесь что мы можем делать? Неизвестно, неизвестно. Контейнер, гравий, ловушка. Здесь мы все, что могли, мы сделали. Нам нужен переносной сборщик и радиомаяк. Для этого нам нужно найти сами инструменты, да?
противорадиационный костюм. Серебряная руда, да, нужна. У меня же не большой баллон стоит. Да, у меня обычный кислородный баллон. А это насколько будет большой? Он не пишет насколько. Просто типа сжатый. Ладно, стекло у меня есть, титан найдем. Обычный кислородный баллон есть. Нужно только серебряную руду, по идее. Пока будем добывать серебряную руду, мы все остальное найдем. Так, и вот здесь нужен свинец и сетчатое волокно. А из чего добывается свинец? Из чего добывается свинец? Тут же должен быть где-то, да? Он, наверное, не в этой вкладке. Да, он не в этой вкладке явно. Это не очень интересно. Геологические данные. Так. Источник титана, меди. Свинец. Ага, песчаники. То есть круглые такие штуки. Из чего серебро и золото. Оттуда же и свинец. Хорошо, а это песчаники у нас, знаешь где? Сейчас я скажу где. Вот либо вон там где-то, но что навряд ли. Хотя нет, наверное. Подожди, где-то должна быть. Где-то должен быть такой коралл большой. Я в какой-то из серий, в одной из, по-моему, в первой серии я по нему там лазил. Сейчас поплаваем вокруг базы. Найдем. Типа вот такого, только длинный прям. А здесь что-нибудь валяется, интересно? Контейнеры. Вроде ничего такого, хорошо. Металл. Опа, а это что это за платформа? А, это мой дом. Действительно, что это? Так, ну сейчас вокруг поплаваем. Вот здесь вот много разных кораллов. Да. Если что, у меня батарейка есть. Так что мне нормально. Был же прям такой огромный коралл, прям такой огромедный. Все вот так. По кругу, чисто по кругу поплаваем. Здесь сталкеры. Тут, кстати, сетчатое волокно, по-моему, из водорослей. У меня не было ножа. Образец водоросли. Хорошо. Не, кстати, много оно места занимает? Дофига просто. Скорее всего, синтезированный этот чертеж сетчатого волокна, я так полагаю. Так, обнаружена радиация, аккуратно. Нам надо поаккуратнее здесь быть. Рядом с радиацией плавать. Блин, а где же было это? Ведь где-то прям недалеко был. Рыбу я пока ловить не буду, не вижу смысла, раз у меня эта штука есть. Грави-ловушка. В идеале грави-ловушку в будущем с собой таскать. Где же? Вот она. Вот, прекрасно.
кварц, да? Да, отлично, кварц. Мы тут и кварц сейчас возьмем. Так, а песчаники я типа из него все забрал и все, да? Они, наверное, через... Ну, позже появляются. Повторно, если вообще появляются. Ладно. Вообще, если здесь ограниченные ресурсы, это очень грустно. Хорошо, значит, будем искать песчаники где-нибудь еще. Ну, песчаники, по идее, рядом с песком уже должны быть, правильно? Вот песок. Где-то здесь должны быть песчаники. Да, конечно. Травись еще мне здесь. Так, аккуратно. Да как ты, у тебя в зубах был уже что-то? Ох. Вот, вверх-вниз, все, надо запомнить. Так, это что такое? Это соль. Да? Да. То есть, если я очень достаточно глубоко нахожусь, то он мне за 30 секунд меня оповещает, что осталось 30 секунд. Так, что у меня по месту? Есть еще место. Это что такое? А, ну это эти... Нет, что это? Непонятно. Так, металлолом вижу. Сталкера вижу. Я, по-моему, где-то прямо рядом со сталкерами в прошлый раз набирал. Ну, в прошлом прохождении. В своем последнем. Мне так казалось, по крайней мере. Ну, что-то я вот... Реально что-то как-то бесполезно плаваешь, вообще ничего нету. Там внизу ничего не видно. Да, смотри, если я глубоко нахожусь. Интересно, только от скольких метров под воду, когда я ухожу, он начинает от 30, от 40. От 50. За 30 секунд меня оповещает. Так, вот один вижу. Но это не то. Из этого медь. Да, из этого медь. Блин, но все-таки я зубов набрал от сталкеров. Я прям очень доволен. Я не помню, мне для чего-то они прям нужны были. Я прям что-то... Что-то из них делал. Так, это тоже из чего медь добывается. Так, 30 метров он меня не оповещает. Хорошо. Так, ладно, поплыли на базу.
Ой, как я далеко уплыл-то. И поплывем в какую-нибудь другую сторону, будем искать там. Ну, не то, что какую-то другую, выберем просто сторону. И поплывем. По-хорошему, нужно еще одну эту построить. Солнечную. Солнечную, и что мне еще надо? Вот эту вот изготовить. Так, золото, образец, пластичный. Понятно. А чё не хватает? Медная руда, титан. Да как так, титан не хватает? Чё, сюда вначале зайдем? Пойдем вначале сюда. Сюда закинем хлам. Вот этот вот кварц. Соль. Так. Титан, титан, титан. Да, смотри, нет титана. Ладно. А фонарик сам включается, да, когда ночь? Получается, когда ночь... Он сам включается, я могу его отключить. Так. Да, отлично, сетчатое волокно. Так. Стекло, титан, серебряная руда. Подожди, а для чего мне сетчатое волокно нужно было? А, для костюма, два свинца, да. Угу. 20. Со много места занимает. Прекрасно. Так, 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 так. Вот, прям очень удобно стало. Прекрасно. Так, давай сюда закинем вот это, возьмем стекло. Там, по-моему, два надо было. Так, вот это надо куда-то наоборот зафигачить. Медь нужна была, не помню. Образец. Да, наверное, надо. Вот так сделаем. Потом более-менее получше все распределим. Пока это будет вот так выглядеть. Так, отлично. Пусть пока это все здесь лежит. Мы пойдем дальше искать золото. Наверное, поплывем вон туда. Где у нас этот-то? Аврора, вот она, да? Ну, вот так вот примерно поплывем. Здесь прям как-то, я не знаю, ночь и день очень быстро переключаются. Прям очень быстро переключаются. Так. Собираем все. Нам сейчас все понадобится. Все, что видим, то и собираем. Ну, кроме металлолома. Металлолом... Так, радиация, хорошо. Я вначале думал, что мне кислорода не хватает, поэтому я поплыл наверх. А это радиация. Так, окей. Так, ну это опять медь. Медь, титан. Это все вот здесь.
Блин, как хорошо, что у меня запасная батарейка есть с собой. И опять к сталкерам я приплыл. Сейчас я что-то на 20, по-моему, метрах был вообще. Он мне 30 секунд сказал. Странно работает эта машина. Можно, конечно, попробовать вон туда сплавать. К мелководью, к тому экипажу. Возможно, я видел там собирался. Возможно, вот где-то здесь. Но опять-таки, здесь одни сталкеры вокруг. Эти водоросли. Просто поплыли вперед. Я думаю, в любом случае, где-то здесь это должно быть. Так, это медь. 30 секунд. Это что такое? Соль. Яйцо существа, которое нам пока не нужно. Еще соль, кстати. Еще медь, еще соль. Медь понадобится, потому что там надо будет много проводов, много микросхем делать. Ну, не то, что прям много, но достаточно. Поэтому в любом случае собираем. А то когда понадобится, медь, ее не будет. Это что такое? А, это мелкая тварь. Все, я понял. Мелкая рыба есть такая. Надо аккуратнее здесь, значит, плавать. Обращать внимание на мелких рыбок. Так. Нам прям сильно далеко от базы тоже не стоит улетать. Уплывать, так сказать, улетать. Действительно. Так. Вот, вот, отлично. Вот из этого 30 секунд. Серебро и золото выпадает. Похоже, мы нашли то место, где будем добычей заниматься. Оп, еще один. Прекрасно. Еще вижу. Оп. Так. Великолепно. Вот и батарейка пригодилась. Так, там что-то плавает, что-то гигантское очень. Надо аккуратнее быть. Я помню, они кусаются. Это какие-то, по-моему, там что-то акулы вроде бы. Сейчас, сейчас. Вообще надо будет эту подушку сделать кислородную, чтобы всплывать быстро можно было. Чтобы батарейку больше экономить. Так. Давайте, мне нужно как можно больше золота. Мне нужны еще песчаники. Вот, отлично.
пока все хорошо. Пока все хорошо. 30 секунд. Обезвоживание. Да, 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 да. Обезвоживание. Кислород. Кислород. Все вместе, все сразу. Так. Что такое? Я вниз плыву. А, все. Это я дурак. Нажимаю кнопку «Сплыть» и пытаюсь погрузиться одновременно. Так, ну я здесь буду пытаться по максимуму собрать, с учетом, что у меня, по-моему, еще аптечка есть с собой, на всякий случай. Просто мне очень нужны эти материалы. Прям вот очень нужны. Хоть я для дальних путешествий сейчас... не готов. Так, ну это обычный, но все равно возьмем. Так, вот еще. Да, 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 да. А вот и акула, а вот и акула. Ой, да ладно тебе. Прям о-о. Так, ну ладно. Сейчас будем на обратной дороге плыть еще. Постараемся что-нибудь заметить. Интересное. Даже не на обратной, как бы боком поплывем. Потому что пока у нас все вмещается. Надо этим пользоваться. Так, это что такое? Лазерный резак, лазерный рюкзак. Фрагмент. Класс. Это очень круто. Так, рано найти хотя бы один фрагмент. Лазерный резак мне понадобится очень на Авроре. И там надо будет много батареек брать с собой. Вот тоже одна из тех игр, когда ты с первого раза, ну, прям маловероятно, что пройдешь. То, что ты будешь пробовать несколько раз, закидывать несколько раз ее. Найдите источник питьевой воды. Да-да-да-да-да-да-да, я знаю. Интересно, эти сообщения вообще можно как-то оповещение отключить? Было бы классно, если бы можно было бы только часть оповещения отключить. Так, куда-то я не туда плыву. Понял, что вообще в какую-то не в ту фауну попал. Поплыли пока туда. Металлолом. Давай возьмем. Пускай. Один металлолом не страшно. Один металлолом взяли и нормально. Так, это что такое? Еще металлолом. Нет. Еще металлолом я брать не хочу. Так. По-моему, вот там вот я найду фрагменты мотылька, если я не ошибаюсь. Нашел первого, так сказать, плавучего средства. Вот темно, почему фонарик не включается? Включается только дурацкая камера. Мне вот, например, эта камера сейчас не нужна. Локальное сканирование обнаружило неподалеку пещеру, которая ведет в неизвестный экологический биом. А, смотри, это что-то другое.
А вот и мотылек, да? Фрагмент мотылька, прекрасно. Есть. Здесь что-нибудь можем взять? Батарейку бы взял бы хоть. Нет, здесь просто... Просто что-то не так пошло с капсулой. Да, фонарик нужен будет по-любому. Надо будет по-любому делать фонарик. Я думал, они как-то глубже находятся. Они тут написано 100 метров, хотя это... Не 100 метров как-то. Но они, правда, говорили, что они там в какую-то пещеру ушли. Может, это помимо вот этой еще где-то должно быть у них что-то типа мини-базы. Что тут вокруг есть что-нибудь? О, еще два песчаника. Грех не взять. Короче, вот рядом с ними был песчаник. Надо будет запомнить, что рядом с этой капсулой есть песчаники. Ой, да ладно. Прям от обезвоживания так... Ой, нифига себе, так хп теряется от обезвоживания. Я знал, что оно быстро теряется, но не настолько же. Я не могу это все потерять. Вы что, совсем что ли дураки? Где, 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 где? 600 метров! Да я не доплыву. Плыви, 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 плыви. Нет, там воды нигде нету. Надо рыбу какую-то поймать. Не, не доплыву. Блин. Я знал, что обезвоживание жесткое, но не настолько же. А сейчас помру. Сейчас помру. Блин, вот это вот. Давай вот так сделаем. Я не знаю зачем. А вдруг мне это поможет. Я что, сейчас все потерял? Или нет? Все, что собрал, да? Или половину? Или все? Класс. Серьезно. Вот прям серьезно, да? Я могу просто сожрать рыбу, ну-ка. Просто поймать и сожрать рыбу и получить воду из нее. Минус 3 вода. Нет, я не могу просто сожрать рыбу. А если это был бы пузырь? Где пузырь? Где я только что видел пузыря? Пузырь, 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 где-то видел. Просто если я там найду пузыря и сожру его, мне воду даст? Или в сыром виде он мне не даст воду? Нет, не дает. Ах, вот это, блин, обидно. Это даже не половина, это просто все. Это все, что у меня было. Все отняли, да? А где, где маячки? Подожди, стоп. Сейчас, 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 сейчас. Я соображу, я сейчас все верну. Так, где этот оранжевый? Так, хорошо, где моя база?
Вот моя база. Где моя новая база? Что-то такое ощущение, что капсула куда-то переместилась. Так, вот там моя новая база. Значит, где-то вон там, в 300 метрах, валяются мои вещи. Если я сейчас выйду, то, по идее, я все это потеряю. Блин, ну как же так-то, а? По-моему, это как-то так раньше работало. Я могу ошибаться сейчас очень сильно, очень жестко. Я могу, в принципе, посмотреть примерно, где я. Так, сейчас я перезагружусь. 3 минуты, да. Сейчас перезагружусь и посмотрим. Повыше, повыше, повыше. Где база? Где моя база? Ах, сколько метров было? Отлично, 200 метров. 200 метров. Запомнили, 200 метров нужно будет прям вот, чтобы база на расстоянии 200 метров ровно была. Это, конечно, все теории, но я надеюсь, что это сработает. 200 метров. Так, в каком направлении? В каком направлении? Где это? Где это? Где? Нужно быть 200 метров от моей базы. На расстоянии. Я еще специально там приподнялся, получается, как. Сколько метров? 290. То есть я вообще рядом был, да? Это хорошо. Так, все, где-то здесь. Ищем. Блин, так немножко не доплыл, да, прям вообще.
Так, здесь радиация. Хорошо, давай в ту сторону проплывем. Металлолом. Триста метров. Такие звуки вообще кошмар. Блин, что-то мне подсказывает, что я уже ничего не найду. Надо будет почитать где-нибудь. Какое-нибудь подобие Википедии, что ли. Так, 260 уже. 240. 200. Блин, ну неужели ничего не сохраняется? Там просто столько всего было собрано, столько вещей. Все, батарейка сдохла. Или подожди, или он с последнего сохранения меня? Нет. Не с последнего сохранения. На последнем сохранении у меня была батарейка. 189. Ну вот это место. По идее. По идее, вот где-то здесь я сдох. Вон мои камни. Сейчас. Я отсюда так просто не уйду. Нет. Даже не ждите. Вот мои камни. Вот. Вот они, мои камушки. Где-то вот здесь я помер. Вот еще камушек. Где еще я? А мой металлолом? Очень может быть. Вот еще камушек плывет. Это все мое. Но этого недостаточно. У меня было больше всего. Я прям дофига всего потерял. Минимум я хотя бы свинец подберу. Уже не так обидно будет. Сто девяносто семь. 200 метров. Ой, отвали от меня. И без тебя тошно. Thank you.
Да. Так, а там сталкер развлекается с металлоломом. Золото, серебро, где это все? Я понимаю, что она покатилась куда-то вниз. Ну куда? Соли были. 30 секунд. Ну давай же. Яйцо было. Но это не оно. Ну, скорее всего, оно выпало и несколько секунд держится, и потом исчезает, как я так полагаю. Исчезает, и все, как бы, и на этом все заканчивается. Потому что, ну, не вижу я больше. 225. Где-то вот здесь вот я поднялся. Где-то тут помер. Можно попробовать как-то более аккуратно, что ли, помереть. Тоже как-то повернуться. Ну да, я где-то вот в этой части помер. Прямо вот где-то здесь. Кислород. Все как бы посыпалось вниз. Все посыпалось вниз. По идее, куда-то сюда. Все надеюсь, что это мое, но это не мое. Да, это не мое. Половина не моя. 30 секунд. Так, еще вижу. Вот это вот мое, да? Валяется или нет? Нет, это просто растет здесь. Что можно сделать? Попытаться. Можно попытаться сейчас доплыть вот до туда, чтобы определить точное местоположение, где именно я помер. Чтобы сейчас опять загрузиться и быстро-быстро развернуться. И поплыть туда, куда мне надо. Сейчас определимся. Две скалы и водоросли, да? Две скалы и водоросли. Вот эта штука. Короче, вот в ту сторону. Сейчас найдем. Я помер аккуратно, прямо под этой. Я запомнил, где я помер.
Мне вон в то направление. 200 метров. Ну это нечестно, вот здесь я помер. Вот я помер, вот здесь вот. Ну видно, как-то разлетается очень сильно. Потому что вон они. Раз, мое. Два мое. Очень высока вероятность, что вот это мое. Вот это 100% мое. Вот мое. 30 секунд. Вон там мое я вижу. Сейчас как-то более все сконцентрировано упало. Если что-то и сохраняется, то в очень маленьких количествах. А может и не в маленьких. Нет, в маленьких. Хоть прям куда-то вниз надо было плыть. Так, ладно, я предлагаю еще в следующей серии пару раз попытаться. Ну, я перед серией пару раз попытаюсь. И последнюю самую удачную попытку я оставлю. Оставлю и... С нее и начнем проходить. Потому что, ну, очень жалко, очень много всего. Потому что вон... Но это уже все. Это, мне кажется, уже время там прошло. Там буквально несколько секунд выпадает, и все несколько секунд это. Кислород. Так, это я уже куда-то не туда поплыл. Ну вот, где-то здесь это все должно валяться. Этого здесь нигде нету. Вот тут должно было валяться. А здесь этого нету. Здесь вообще ничего нету. Здесь я помер и все. И вот куда-то все посыпалось. Как-то... Не знаю, куда даже надо будет попытаться-то. Куда-то... В идеале, чтобы это где-то вот здесь вот помереть. Чтобы оно вот-вот, если покатилось, то уже где-то здесь. Потому что вот оно укатилось, вот-вот-вот-вот. Вот это мое.
Жаль, нельзя сохраниться на другой слот. Было бы идеально. Сейчас быстренько чуть-чуть поплаваю, поищу. Согласно вашей основной задаче, вам нужно подплыть ближе к этому прекрасному созданию. 30 секунд. Ближе. Отвали. Подплывите. Сейчас ближе. Я подплыву к тебе ближе. Оно хочет подружиться. Ага. Подружиться оно хочет. Опасное растение. Я не знаю, в принципе, можно сохраниться вот с этим вот. Нету, конечно, золота, серебра. Батарейка сдохла. Но нет, я, короче, сейчас теряю времени. Сейчас я теряю время. Потом еще раз попробуем. Еще раз я попробую со своего сохранения начать. Непонятно, почему оно вот поплыло, разлетелось, как будто меня там, я не знаю, разорвало. Просто будто разорвало. В идеале было бы, чтобы какая-нибудь коробка из меня бы там плавала до перезагрузки, но, видите, этого ничего нет. Ладно, тогда на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и всем пока-пока.